И всем привет, с вами Эден, и сегодня мы будем проходить челлендж от подписчиков, который вы построили для меня. Заходим в поиск и пишем «Challenge of Eden». Как видите, здесь довольно много челленджей, но я их не буду проходить, потому что проходил их очень давно, еще до того, как я удалял свой канал. Вот, и значит, поэтому будем проходить только новые челленджи. Тут аж 5 страниц уровней, то есть вы построили 50 уровней для меня, просто жесть какая-то. Да. Значит, начнем мы, наверное, не знаю, где-то со второй страницы, с вот этого уровня. Поехали, челлендж от Семен Севена. Ого. Окей, это довольно сложно, но я попробую это пройти. Ладно. Я думал, сейчас придется перепрыгивать тройные шипы, но пришлось перепрыгивать только один. Весело. Следующий челлендж у нас от Nubios 766. Еле как прочитал, блин. Музыка из Bloodbath, и выглядит пока что не супер сложно. Окей. Посмотрим, что будет дальше. Так, ладно, я уже играю в левел, ну, не знаю, секунд 15, пока вообще ничего интересного не происходит и сложного. Так, я становлюсь большим, начинается черный экран и дроп. Ого, нифига, обалдеть. Нет, ну я такое точно пройду, какой-то жесть. Ладно, следующий челлендж от Max в 32. Так, и что тут интересного? Просто черный экран. Ого. Ого, нифига, окей, это очень красиво, но тут небольшие тайминги какие-то, ладно. Блин, я тупой. Следующий челлендж от 7-7, Challenge of Eden Z. Какой-то слонтыхаус жесткий пошел, но пока это вроде не супер сложно, но здесь нужно ловить какие-то лютые тайминги и perfect click. Так, ну в принципе, я это почти прошел, и тут начинается какая-то жесть. Я думаю, дальше будет еще жестче, поэтому я лучше не буду проходить этот челлендж. Следующий челлендж от Red Neffy. Я это уже проходил, окей, тогда скипаем. Следующий челлендж от Семен Севена, опять же, Challenge of Eden 12. И это тот же самый левел, просто на большой скорости. Бывает. Окей, какой-то лютый чел, Challenge of Eden. Нифига. Нифига, окей, это довольно жестко. Я попробую это пройти, но мне кажется, у меня нифига не получится. Нет, я, пожалуй, воздержусь от прохождения этого уровня. Следующий у нас челлендж of Eden от Creator Mini 22. Ой, все сливается в глазах, но выглядит не супер сложно. И у меня, походу, будет сильно лагать ОБС, потому что у меня ГДшка начинает чуть подлагивать. И какой-то лютый дроп сейчас будет, и жесть. Офигеть. Лагает очень сильно, хотя вроде тут объектов не супер-то и много. Но я попробую это пройти. Если не получится, я не буду это проходить. Ну, логично. Я не хочу это проходить. Ого, 10-й челлендж для Эдена. Юбилейный, наверное, классный. Ладно, я был другого мнения об этом уровне, но... Что это? Следующий челлендж у нас от кошика 228999. Интересное название для челленджа. И выглядит пока вообще не сложно. Ну, типа, какой-то жесткий челлендж тут не намечается. А, нет, тут типа лаг-машины что-то. Ну, вроде это не супер сильно лагает из-за этого. Так что я надеюсь, это не помешает в прохождении. Да. Челлендж говно переделывайте. Ладно, я шучу. Смешно, согласитесь, да, шучу? Короче, челлендж какой-то, просто стереометнес на минималках. Какой-то декор, какие-то облачка и... Что? А зачем тут баффет-версия какая-то началась? Ладно, я не понял. Следующий челлендж of Eden от Демократ. И это какой-то хелл уровень. Интересно, мне такие, конечно, не супер заходят, но поиграть, я думаю, стоит обязательно. Так, тут небольшой тайминг, платформы, зажать, и тут можно секрет-вей. А, нет, тут нет секрет-вей, тут я падаю, короче, там стоят, видимо, специальные блоки. Отстой. ВТФ, я нашел челлендж
с 8 прыжками ада, только легкой версии, специально для таких даунов, как я. Жесть. Но это довольно интересно. Я думаю, это возможно пройти. Не супер сложная волна и какой-то жесткий слонтерхаус, ладно. Блин, люди, я сейчас уже на процессе монтажа вспомнил про такой левел. Сейчас я вам его покажу, смотрите. Блин, вот этот челлендж такой простой. Я его сейчас 100% честно прохожу у вас на экране. Смотрите, люди. Лично мне он очень сильно нравится. Да, я поставил лайк. Крутой челлендж. Ну что, вот такое видео у нас получилось. Если ваш челлендж каким-то образом не попал в ролик, то ни в коем случае не расстраивайтесь. Так как в будущем у меня нет идей до сих пор, я буду продолжать снимать челленджи от подписчиков, поэтому до сих пор вы можете строить их с названием Challenge of Eden, поэтому не ленимся, строим, работаем, так сказать. Звучит как-то оскорбительно, ну ладно. В общем, всем спасибо за просмотр, все, кто сидел на премьере, и также все, кто строили данные челленджи, вот им тоже большое спасибо. Да, значит, подписывайтесь на Discord-сервер, переходите в мой телеграм-канал. Также вы можете перейти на мой канал по ссылке в описании, где я выпускаю влоги с лицом, если вам уж так интересна моя жизнь, так сказать. Вот так. Значит, еще раз всем спасибо за просмотр. Переходите на стримы. А чтобы не пропускать стримы, нужно быть подписанным на канал. Поэтому подписывайтесь, все дела. Вот так, да. Значит, и все. В общем, зачем я так все долго говорю? Мне просто нужно растянуть хронометраж ролика еще на 30 секунд. Поэтому я с вами сейчас вот так вот разглагольствую. В общем, да. И значит... Спасибо за 10 тысяч подписчиков. Да. Все. Не, это реально все, я не шучу. Не, это реально все, чел. Чел.